Летом этого года Самара заключила соглашение о сотрудничестве с белорусским городом Брестом. Подписание этого документа состоялось 29 июля. Следующую встречу решили организовать в Самаре. И вот долгожданный момент наступил. Делегация иностранных партнеров приехала, чтобы вместе обсудить дальнейшие шаги сотрудничества в разных сферах жизни. На повестке предложение социальной направленности. Мы видим, что есть большая заинтересованность в экономической, культурной, социальной, спортивной направляющей. Очень заинтересованы в том, чтобы дети, которые проживают на сегодняшний день в наших городах, приезжали, сотрудничали друг с другом. Это непосредственно та связующая точка соприкосновения, с которой мы на сегодня начинаем наш путь. Самарские департаменты разработали конкретные предложения о сотрудничестве с партнерами из Республики Беларусь. Например, глава департамента образования Ирина Коковина пригласила школьников Бреста присоединиться к традиционным славянским чтениям и поучаствовать в программах дополнительного образования, которые считаются одними из лучших в России. Татьяна Шестопалова от лица департамента культуры предложила наладить обмен творческими делегациями и проработать механизмы развития текстильной промышленности и фэшн-индустрии. Дмитрий Чеканов, руководитель департамента физической культуры и спорта, рассказал, что можно наладить обмен опытом по баскетболу, футболу, гребле и гандболу между самарскими и брестскими чемпионами. Это только первый шаг, это только начало нашего совместного пути. Убеждена, что в дальнейшем наши сферы будут разрастаться и будем дружить по всем направлениям. Также иностранная делегация прибыла к нам, чтобы принять участие в праздновании дня рождения Самары. Глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук поздравил жителей города со знаменательным событием и отметил, что установление побратимских отношений с Самарой – одно из главных достижений Бреста в этом году. Уважаемые жители города Самара, искренне поздравляем вас с праздником города. Желаем, чтобы Самара и дальше также ярко сияла на небосклоне крупных российских городов. И я почему-то не сомневаюсь, что наши побратимские отношения при всем может быть относительном непаритетности по численности населения, вы больше в несколько раз, будут наполнены реальным контентом, реальным содержанием. В конце встречи делегации обменялись памятными подарками. Капсулу земли с территории Брестской крепости передадут музею, который находится в Самарской 93-й школе. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.